Шел 365-й день карантина. Смотрите, чем мы занимаемся. Та-дам! Это трэш какой-то. Я думаю, никто до этого нас еще не догадался. Мы играем настольный теннис. Домашний настольный теннис, будем уточнять. Короче, Даша, я говорю, давай попробуем. Я такой, ну окей. Нашли коробки вот такие из разных мазей, там наушников. И сделали, короче, на кухне вот такую хрень. Я на YouTube выложишь? Ну да. Не экономим электроэнергию. Ты нормально только снимай ровненько, я. Тебе плохо. Мне надо вот так сидеть. Давай. У меня Ева хоть видно там? Да. Да, видно все. Хотя. Неужели мы выбрались бегать? Даша, сколько мы бежим? 34. Ну, короче, 45 минут. Бежим, это жопа полная. Сейчас Даша еще профиль будет. А говоришь, что легко тебе. Мне? Да. Так я же давно не бегаю. Пробежали мы 45 минут. До клуба я всегда туда бегаю, это примерно 8 км получается. Что-то немного после дождя, сейчас дождливая погода и парит немного, тяжело бежать как-то. Я давно не бегал, велик, только велик. Капец, я не знаю, как я буду бегать, ну, после карантина потом. Сейчас, думаю, оправимся. Сегодня еще качался, прикинь. Да? Дома, да, нифига себе. И сколько же почему? Да ничего там, я по минимуму сегодня, я типа руки покачал там. Такую спину поделал со штаны. Короче, по чуть-чуть начинаю. Да что-то не знаю, так надо, короче, тупо выделать вас. Тренер скажет, что это за чмо. Пришел на тренировку, ты кто вообще? Не узнает меня еще. Короче, сейчас Даша будет нам упражнения показывать. Какие ты будешь упражнения показывать? Да, вообще скачки, а на скуке. У нас Даша спортивные будни. Короче, мы сделали... Нет, давайте по порядку. Купили велик, короче, еще в том году. В том году же купили? Да, кажется. Короче, мы его делали, он потом поломался. И в итоге мы его вчера еще раз сделали. И вот, ну, собственно, уже катается. Сейчас мы гоняем. Я думаю, нам что-то удастся немного снять. Я наконец-то выпущу этот влог, а то он, блин, опять задержится, как обычно. Ты забыл, да, сказать, да? Когда там еще куча раз отвалилась какая-то, да, штука. Да, кстати, ну, короче, столько проблем были с этим велосипедом. Там резьба слетела, педали отпадали, короче. Тупо крутишь такой педали, бам, короче, отвалилась шестеренка. Ты такой трэш был. Вечно какие-то проблемы. Ну, сейчас мы все сделали. И все четненько, короче, будем гонять. Давайте же устали. Сегодня снимаем влог тренировку. Новая банда. Помахайте ручкой. Началось. Подписывайтесь на мой инстаграм. Вот, выпендриваются. Нас подпишись. А что, давай, может, реально на лоб попробовать нацепить? Ну попробуй. Что-что? Руки зачем? Я не знаю, я самолет. Самое интересное, да? Так, ну да, только это надо быстро делать. Типа перешагивать. Не-не-не, смотри, ты... Вот как он, ты делаешь левой ногой. Блядь, не себя. Левой, потом сразу атакуешь правой и пошел по одному шагу. Блядь. Ну любой. Вот сразу нога вперед идет, вот это перешагивай. Только ты должен прыгать, ты это не так делаешь. Ну давай я покажу. Типа вот просто сразу начинаешь. Не останавливайся, понял? А то ты тянешь слегка. Я понял. Ну попробуй. Давай, я буду пробовать. Новачки. Вы небольшую подбежку просто делайте. Это чисто качественный контент. Контент. Смотри на вот это. Смотри на вот это. Вот это вот. Славик вообще что-то дрова.
За что мне такое горе? На барьеры не лезь. Смотри, я стою. Как высоко поднимаешься, сильно высоко поднимаешь, да? Максимально. Смотри, сильно близко к барьерам не подходи, рядом делай. Просто как ориентир тебе. Да, ориентируй. Поднимайся рядом. Делай нормально. Во, руками помогай еще. Руки сонуты, это как этот. Во-во, нормально, нормально. Такую музычку поставить печально. Блин, Валера. Не, вы себя потом посмотрите, через год нормально будете делать. Давай, нормально будете через год делать, я говорю. Ты еще нормально делаешь, Слайк, ты не спеши только, понял? Нормально. О, давай на руках хочу. Давай. Контент делать. Давай, ты сейчас сломаешь руки. Не вязь. Ты что, на умеешь ходить? Смотри, смотри, что чудит. Отжаться слабо так? Не, отжаться если не сломаю. Давай еще один. Манеж таланта. Ноги, блядь, не делай. Ты что, вы опасный? Я просто раз, когда так сделал, я чуть не упал. Слышь, сколько тебе лет, Слайк? 14. Как ты заработал в 14 лет 2 миллиона? На 2 миллиона. Пожалуйста, расскажи свой секрет. Пацаны делают самое тяжелое упражнение. Особенно Слайку тяжело, смотри. Анжелика Федоровна, Валера ничего не делает. Неправда, я снимаю вас с перерыва. Я сейчас расскажу. Давай, давай, нормально. Еще чуть-чуть осталось. Я вижу. До твоей смерти. Какой ты добрый. Ай, тут смотри. Тренер бы увидит, убила. Она, кстати, может смотреть канал, если что. Только лайк поставьте. Короче, делаем ОФП. Пацаны тут пашут. Я отдыхаю, естественно. Не шатай ногами. Нормально там, пацаны? Посмотрите на эту тушу. Да давай уже делай. Кидай ему, что ты? Слайк, ты пытайся ногами удерживать себя немного. За счет ног удерживать. Короче, работаем с такими мячами, сейчас 5 килограмм. Пацаны уже умирают, хотя мы только начали. На яйца попал, ну хоть на яйца, а не на голову. Блядь, на яйца восстановятся, голова нет. Просто момент без комментариев. Вот рагули, да, смотри на них. Тупо лодочник. Вова лодочник. Не, ну а что реально, ты так раскачиваешься, смотри. Ты на видео посмотришь. We'll be right back.